Интересный, но довольно печальный парадокс. Несмотря на плавно снижающееся число пожаров, количество жертв при этом увеличивается. Особую обеспокоенность у сотрудников МЧС внушает тенденция роста пожаров, связанных с печным отоплением. Только с начала года по причине нарушения правил эксплуатации печей произошел 31 пожар. 27 из них по причине неправильного устройства и неисправности печей и дымоходов. Чтобы предотвратить рост таких пожаров, сотрудники Главного управления МЧС России по Ульяновской области провели профилактический рейд. Жители поселка Ленинский или в народе Рыбацкий Заволжского района показали свои бани. Как установлено, граждане зачастую допускают перекал печей. Граждане не следят за состоянием топящейся печи и по окончании топки не проверяют их состояние, уходят уже на отдых и оставляют бани в непотушенном состоянии. Грубых нарушений выявлено не было, однако опытные печеньки подсказали, как можно исправить мелкие недочеты, которые могут повлиять на пожарную безопасность. Дарья Сударева, новости Ульяновской правды.